Ваши аплодисменты, дорогие друзья! У нас девчонки стали такими счастливчиками, а мы с вами здесь ждем на этой сцене следующего участника гала-концерта. Номинация это бывает редко. На гала-концерте это номинация «Художественное слово». Если здесь представители у нас художественного слова, участвовал кто-то в этой номинации? Денис Валерьевич Замиралов у нас сидит в первом ряду. Это наш член жюри. Денис Валерьевич, покажитесь, пожалуйста, залу. Ваши аплодисменты. Это наш член жюри. Номинация «Художественное слово». Денис Валерьевич Замиралов, режиссер театра «Балтийский дом». Ваши еще раз аплодисменты. И встречаем здесь, на этой сцене, участников номинации «Художественное слово» Ракова Алена и Сафронова Полина. Ваши аплодисменты, девчонкам. Ничто так не пугает мир, как всем известный